Здравствуйте, друзья! С вами Феликс на канале. И в этом ролике мы рассмотрим ту самую четверку сайтов, которая является, пожалуй, основным из инвестиционных проектов. Но перед этим небольшая информация по сайту MyPayingGods. В чем тут дело? PayPal проводит проверку. На данный момент остановлена работа не только этой платежной системы, но в принципе и всего сайта, потому что вот по отчетности на 8 января админа PayPal попросил еще немного времени для того, чтобы завершить проверку. И админ пишет, в принципе, тут все вот переведено на русский, что благодарит за терпение и говорит, что пока не будут решены вопросы с PayPal окончательно, он не может организовать дальнейшую работу этого бизнеса. Поэтому раньше вот они обещали 5 января, попросили от 24 до 48 часов для окончательного решения, но, видимо, не уложились в это время, и из-за разницы в часовых поясах и так далее они вопрос все еще на рассмотрение. Это по MyPayingGods. Надеюсь, что здесь все будет хорошо. Итак, проекты из этой четверки. Вот здесь мы, как видим, у меня на проекте Traffic Quick. Вот красное уже предупреждение было зеленым, что заканчивается срок активности. То есть аффилиат статус истекает. Здесь у меня статус Silver. В одном из роликов я объяснял, говорил про эти статусы. И вот, если перейти в самый низ этой страницы, вот он, аффилиат план. Кликая по ней, попадаем вот сюда. Вот он, этот аффилиат план именно этого сайта. Здесь по пакетам все разъяснения, и здесь пакеты по $5 превращаются в 6, то есть 20% прибыльности. Ну и максимум тут $1000 пакеты, о которых, ну, вряд ли кто-нибудь из нас задумывался. 50% прибыльности, ну, посчитать можно очень легко, да, вот за сколько долларов вот цена пакета, а вот итоговая сумма начислений. Ну, будем исходить из $5 пакетов. Каким образом эти пакеты отрабатывают, то есть скорость и их отработки? Вот смотрите, аффилиат статус у меня здесь Silver. Вот он, Silver аффилиат статус. Каким образом он мне достался? Вот здесь вот в этой части, вот в этой таблице описано. То есть free trial — это свободный, то есть испытательный статус, коэффициент 1 заработка. То есть идут простые начисления. На бронзовом статусе коэффициент 2. То есть обычные начисления ежедневные умножаются, увеличиваются в два раза. То есть в два раза быстрее идут начисления. Каким образом получить статус бронза? Написано вот здесь. Купить какой-нибудь пакет, один пакет или бустер. Бустер не приносит ничего, кроме ускорения. То есть именно здесь лучше покупать пакет. Просто купить пакет, и будет тот же эффект, как и от бустера.
Статус Silver дает коэффициент ежедневный 2,2 начислений, то есть увеличиваются. Плюс матчинг бонус 5% это от покупки ваших рефералов. Для того, чтобы иметь статус Silver в этом проекте, надо, чтобы у вас было 3 бронзовых реферала. То есть 3 человека из вашей команды, если купили какой-нибудь, ну, 5-долларовый, скажем так, как минимум один пакет, то у вас уже статус бронза. И таким образом получается, что если у вас тут нету рефералов, или их мало, или они не покупают пакеты, то бустер покупать, естественно, незачем. Смысла нету, потому что давайте вот я сейчас пройду по этой кнопке. У меня тут, смотрите, 3 пакета отработали и 3 в работе. И бустера нету. Я могу тут просто купить пакет, и у меня продолжится вот активный статус. Статус Silver у меня есть, идут начисления. Вот они, начисления идут. То есть здесь именно бустер покупать смысла нету. Покупаем, делаем так, покупаем пакет. Кликаем по этой кнопке. Купить пакет. Кликаем купить его. Соглашаемся с условиями. Забыл взять сейчас. Тут пин-код понадобится. Сейчас его найдем. Секундочку. Есть. Согласились с условиями. И у меня единственный доступный баланс. Вот он. Где 6,95. Покупаем. И вводим пин-код. Ожидаем 30 секунд. Такая же ситуация на Adreverse. Вот, закончилась у меня аффилиат статус, тоже Silver. И сейчас, после того, как здесь истекут эти несколько секунд, мы видим, что у меня с аффилиат статусом стало все в порядке. То есть здесь достаточно было купить просто еще один пакет за $5, и все стало нормально, будем говорить так. Бустер здесь можно покупать только если у вас в работе как минимум долларов там 20. То есть 4 пакета. В этом случае вот этот вот коэффициент он ускорит. За $3 купить, он, сами эти $3 не приносят денег. Для того, чтобы увеличить оборачиваемость, скорость оборота, только в этом случае вот здесь можно покупать бустер. В ином случае это не имеет смысла. И давайте этот трафик квик закроем. Теперь Adreverse. Здесь у меня 20 пакетов было на бустере. То есть здесь был смысл покупать бустер. Теперь если я нажму сюда, у меня здесь ни на одном балансе нету достаточно средств для того, чтобы обновить свой статус или купить еще пакет, мне придется покупать с внешнего источника, то есть с внешнего процессора. Ну,
Начисления, как видите, идут. В этом случае, вот в данном конкретном случае, я лишаюсь всего лишь вот этого matching бонуса. Вот этого вот 5% бонуса. И просмотрев свою команду, просмотрев, сколько людей там, сколько вкладывается, только так можно решить, стоит мне покупать бустер или нет. И опять же, каждый доллар вложенный, вот если у меня статус Chrome, если бы был, как у вас, допустим, если вот здесь Chrome, то вложенный доллар приносит всего лишь 10 центов. Чтобы стать на уровень бронзы, вам надо купить бустер. Бустер здесь стоит $5. То есть, опять же, как минимум у вас должно быть $20 вот здесь вот в работе, чтобы имело смысл покупать бустер. Тогда уже каждый доллар будет добавлять к себе 25 центов. То есть заработок увеличится. Если же у вас там мало пакетов, то смысла нету вот этот бустер покупать, так как, ну вот посмотрите, допустим, за $5, это если их раскидать по 20, точнее по 15 центов, вот, потому что доллар 10 вы так и так получаете, да, вот 10 центов, то есть у вас увеличится всего на 15 центов на каждый пакет. И вот рассчитайте там 10, 20, 25 пакетов, где-то вот от 20 до 25 пакетов надо иметь, чтобы был смысл покупать бустер, который стоит $5, но который сам по себе просто ускоряет оборот средств и увеличивает оборот средств. Но это увеличение должно иметь смысл. На малом количестве пакетов смысла покупать бустер нету. Это вот именно апгрейд аккаунта на Adreve Burst. В Rocket Treasure вот у меня бронзовый статус. Я тут 11 отработала пакетов, 20, точнее 11 без бустера отработала, 3 уже с бустером, с ускорителем и увеличителем отработала, и 23 еще работает. То есть вот приблизительно вот такое количество пакетов имеет смысл покупать бустер. Они стоят по-разному, от 5, там от $3 надо вот раскинуть все это на количество ваших пакетов. И только после этого покупать какой бы то ни было бустер. Без этого смысла нет. Надеюсь, вот это вот понятно. И вот смотрите, перед тем как покраснеть, у вас будет вот такое. То есть скоро вот ваш статус заканчивается, обновите сейчас. Как этот статус обновить? У меня статус Chrome, вот он здесь. Смотрим здесь, опять же, ну вот с этой, с affiliate план, вот с этой ссылки смотрим на план, что здесь написано. Вот casual, какой-нибудь пакет, если вы купили, то вы уже имеете вот этот статус. И каждый вложенный доллар вам приносит, ну, 5 центов. А это коэффициент ежедневных начислений. Следующий уровень – это бронза. Вот если повышать свой уровень, делайте апгрейд. Он достается в случае, если у вас 50 пакетов. Или если вы апгрейдили свой статус. Апгрейдить статус, давайте посмотрим. Ну, пакетов у меня тут мало, $50 не вложено, 12 всего. Апгрейдить статус можно, пройдя по этой вкладке,
И мы видим 10 долларов. Мне смысла нету апгрейдить статус, поскольку в команде все на статусе вот казуал. То есть все равно бронзового статуса здесь ни у кого нету. Дальше я пройти не смогу. И поэтому для того, чтобы свой статус продолжить, мне выгоднее просто купить какой-нибудь пакет. Вот он. Вот эта вот запись означает именно это. Купить какой-нибудь пакет. Вот. Нажимаем Buy Combo Pack. И вот отсюда покупаем один пакет. Соглашаемся. Единственный доступный баланс. Вот он, ну, с баланса, с внешнего процессора покупать не будем. Заплатить и ввести пин-код. Ожидаем секунд 30, и все должно быть окей. Надеюсь, вы запомнили, с каких вкладок посмотреть и посчитать для себя стоит покупать, потому что у каждого из вас свое количество пакетов. Вот с этой вкладки внизу кабинета можете пройти и посмотреть, сколько и как, каким образом покупается этот самый бустер. Если вам это поможет увеличить заработок, в этом случае покупайте. Ну, то есть пакетов там должно быть где-то долларов на 20-25, чтобы имел смысл покупка бустера. Ну, здесь у меня стало 13 пакетов и продлен статус казуал. На этом по этим проектам, надеюсь, все понятно. Всем удачи, всем пока. С вами был Феликс.